Современный аппарат ударно-волновой терапии экспертного класса появился в Дагестане. Врачи клиники «Альтермед» ежедневно работают с патологиями боли, занимаются восстановлением подвижности конечностей и позвоночника. Подробнее о неинвазивном методе терапии боли опорно-двигательного аппарата расскажет Лариана Шамхалаева. В «Альтермед» появился аппарат последнего поколения, способный ускорить регенеративные процессы и способствовать избавлению от хронических недугов опорно-двигательного аппарата. Это сразу нашло отклик у населения с проблемами боли и травмами. Метод ударно-волновой терапии набирает популярность у людей разного возраста. Он безболезнен и эффективен, подтверждают специалисты. Из основных эффектов данного метода можно выделить, в первую очередь, противовоспалительное действие, снятие болевого синдрома, улучшение кровообращения в зоне воздействия и ускорение заживления тканей. Применяется в основном при таких состояниях патологических, как заболевания позвоночника самые различные, то есть боли в спине, в шее, в грудном отделе, в поясничном отделе. Применяется также при заболеваниях суставов и околосуставных мягких тканей, сухожилия, мышцы, связки. Применяется при лечении последствий травм, то есть в восстановительном периоде травм. Также в косметологии применяется. Дело не только в современном оборудовании, но и в умении на нем работать. В медицинском центре принимают квалифицированные врачи, которые подберут пациенту нужные параметры процедур под конкретную задачу и проблему. Ударно-волновая терапия практически не имеет осложнений и ограничений для использования. Ударные волны восстанавливают не только функцию, но и структуру поврежденных органов и тканей. Во многих случаях применение этого метода позволяет избежать проведения хирургических операций. Оборудование купить в медицинский центр не всегда проблема. Проблема в другом. В том, чтобы был специалист, который на этом оборудовании может работать, который понимает это оборудование и может провести манипуляцию очень точно. Поскольку здесь, в «Альтермед», работают опытные неврологи, ортопед-травматолог, мануальные терапевты, это позволяет нам с полной уверенностью говорить о том, что процедура поможет пациенту, и то, что без хирургического вмешательства пациент сможет преодолеть множество патологий. Ударно-волновая терапия подходит не только людям с хроническими заболеваниями, но и серьезно поможет людям, ведущим активный образ жизни, в частности, спортсменам. Здесь важно сказать, что Дагестан очень спортивная республика, а спорт без медицины существовать не может. Но, к сожалению, врачей спортивной медицины в Дагестане очень мало. У нас такие присутствуют в клинике, и мы уже сейчас видим, что спортсмены нуждаются в медицинской помощи, в правильном наблюдении, в подготовке к соревнованиям и многому другому. Поэтому, когда мы говорим о аппарате ударно-волновой терапии, мы говорим не только о болезнях, мы говорим не только о патологиях, но мы в том числе и говорим о спорте. Аппарат УВТ экспертного класса на Северном Кавказе представлен в единственном экземпляре в клинике «Альтермед». В Хасавюрт приезжают не только жители Дагестана, но и гости из Чеченской республики. Цены на процедуру ударно-волновой терапии при этом ниже, чем в других клиниках. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Хасавюрт.